И всем привет. Значит, сегодня будем паять щетки. Значит, очень часто встречается такая вот ерундистика. То есть такое ощущение, что люди вообще не умеют паять. Значит, пару раз видел такое, что просто брали новую щетку, туда просто запихивали, как бы и все, не паяли, ничего. И оно как-то работало. То есть контакт, не контакт, без разницы, не знаю, в чем трудности запаять щетку. В общем, сейчас будем это делать. На всякий случай. Итак, имеем паяльник. Станция у меня Lucky 85 2D. Самая, можно сказать, знаменитая. Обалденная станция. Значит, имеем флюс вот такой для этих целей. Соответственно, припой. Кусачки. Ну и новые щетки. Итак, помчали. Значит, заодно покажем, как все это дело паяется. Может, кто не знает. Значит, сначала выдавливаем таким вот образом старую щетку. Откусываем не до конца. Вставляем такой маленький хвостик. Значит, по идее, значит, когда появится два провода, просто два провода, да, их можно как бы по отдельности залудить, потом припаять. Либо можно, ну, если есть возможность, сделать скрутку, ну, как сейчас будем со щетками делать, скрутку флюс и паяем. Значит, вот так вот. Значит, теперь вставляем новую щетку. Чик. Хоп, вылезло. Значит, делаем так, чтобы щетка чуть-чуть туда заехала, чтобы она могла до конца оттуда выезжать потом. Делаем здесь скрутку. Вот так вот. Далее наносим флюс. Вот так вот немножко. Значит, паяльник. Есть такая специальная губка, кто не знает, жало очистили и чик. Можно еще даже. Оп, припаяли. Значит, щетки у нас перепаиваются на многих машинках, Индезит, Канди. Поэтому как бы это нужно делать, уметь. В принципе, так много не обязательно, но лучше как пропаять все, чтобы было нормально. Чик. Все. Вставляем туда все это дело. Вот так вот. Чик, готово. Осталось перетереть ее только и поставить на мотор. Сейчас то же самое будем делать со второй щеткой. Все то же самое. Значит, температура у меня на паяльнике 409 градусов. В принципе, я всегда на этой температуре паяю. Чик. Все.
Остыл, убираем внутрь. Даже чуть длиннее получилось, но это ничего страшного. Все. Вот так вот потом ставится, и будет нормально все. Далее. Значит, щетки, которые у нас идут на моторы Bosch. Значит, очень часто такой казус встречается, особенно на новых щетках, когда она по какой-то причине начинаешь вставлять, она вот отсюда хоп и отрывается. Сейчас я попробую, тут в принципе хорошо сделано, по-моему, на второй похуже. Здесь это точечная сварка, поэтому она отваливается. Нет, самое интересное, держится хорошо. Еще раз повторюсь, очень часто они там отвалят. Ну ладно, сейчас мы сымитируем, что она все-таки отвалилась, да, вот так вот. Значит, много раз, у меня точно много раз такое было. Итак, значит, щетку мы не торопимся выкидывать. Что мы делаем? Сейчас будем залуживать. Значит, берем. Здесь можно просто опустить. Залуживаем конец провода. Вот так вот. Чик. Далее надо залудить саму пластину эту. То же самое. Наносим флюс. Так, для этого нужно пинцет взять. Все, вот так залудили. Сейчас она остынет. Далее вставляем на место щетку в пружинку. Делать надо это пинцетом. Пальцы сгорят. Вот так вот. Так, сейчас. Оба. Так, значит, получился большой шарик, потому что там остались кусочки как бы от заводской щетки, от места крепления. Поэтому обычно, когда она полностью отлетает, тут как бы совсем все как у хирурга получается. Ну, в общем, не суть. Все. Сейчас она остынет. Вот в этом месте мы сгибаем ее на место. Вот так вот все, теперь можно вставлять обратно на мотор. И все это будет у нас работать. Ну, в общем, вот так вот мы все это делаем. Поэтому посмотрим, может быть, кому-то пригодится все-таки. Ну, в общем, до скорых встреч.